Дом ученых собрал в своих стенах десятки специалистов в области физики. Прочитать свои доклады и послушать коллег пришли не только сотрудники ядерного центра. Виктор Грязнов приехал на межотраслевой семинар из города Черноголовки Московской области. Он принимает в нем участие не первый год и каждый раз с удовольствием выступает в Сарове со своими научными докладами. Я думаю, что они ценимы, вот эти вот семинары, потому что здесь собирается круг людей, которые занимаются этими вещами, и обмен мнениями, обмен последними результатами, он, конечно, без него просто нельзя обойтись. Среди слушателей оказались как те, кто только начинает свою деятельность в этой сфере, молодые специалисты, студенты магистратуры Саровского физтеха, так и те, кто посвятил физике и газодинамике большую часть жизни. Валерий Николаевич Герман проработал в ядерном центре 50 лет и пришел на семинар просто ради удовольствия. Очень приятно встретиться со своими бывшими сотрудниками. Ну, там, если вы обратили внимание, здесь много встречаются, группки разговаривают. Ну, не виделись долго. Очень приятно пообщаться с нашими коллегами. Обмениваться опытом с коллегами участникам предстоит в течение 3 дней. За это время они успеют заслушать и обсудить более 20 докладов. А гостей города ждет еще и экскурсионная программа. Мария Рунч, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24.